Осторожно, 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 Коля. Можно все. А что ты делаешь? Проверяю. Попадание частиц урана возможно в атмосферу, возможно на почву, возможно в грунтовые воды после его применения. Уран, объединенный уран является альфа-излучателем. Альфа-излучение, попадая через органы дыхания, по пищевой цепочке, через органы пищеварения, представляет прямую реальную угрозу для организма человека, является одним из факторов возникновения, так сказать, раковых опухолей. Попадает внутрь человека, то классическая клиника. Да, загрязнение на территории Союзной Республики Югославии представляет реальную угрозу жизни и здоровью миллионов людей. Не только на территории Югославии, но и сопредельных государств. We are, as I said, in the beginning of our research, so we have no conclusions so far. So I cannot say, for the time being, I cannot say whether uranium is or is not the cause for the illness of the soldiers.